Всем привет! Сегодня рассмотрим шейбер Wall Finale с артикулом 08164-16. Этот шейбер можете купить у нас на сайте zepsu.com, ссылку укажу под видео. А также мы сегодня рассмотрим характеристики и что входит в комплектацию. Давайте мы его распакуем. В комплекте входит сопроводительная документация, есть на разных языках, а также вы видите шейвер, есть защитный колпачок для насадки сеточки, я имею в виду. В комплекте идет кисточка для очистки сеточки и ножевого блока, и сметка отдельно, а также зарядное устройство. Так, у шейвера мотор прямого тока, роторный, 9000, частота строк. Вес машинки всего лишь составляет 160 грамм. Звучит машинка примерно вот таким образом, и кнопка нажимается посередине. У шейвера литий-ионный аккумулятор без химической памяти. На коробке вы можете видеть указан литий-ион. 80 минут он работает, 120 минут он заряжается. А также шейвер заряжается напрямую, то есть комбинированно. Если шейвер у вас разрядился, вы можете подключить, подождать где-то 5-10 минут, и одновременно шейвер будет заряжаться, и вы будете работать. А также есть LED-лампочка, которая показывает контакт соединения шнуром и шейвером. Длина шнура составляет 2,4 метра. У шейвера гипоаллергенная сеточка с золотым цветом. Высота среза составляет 0,1 мм. Ширина сеточки составляет 43 мм. Если вам надо почистить сеточку, с правой стороны есть кнопочка. Вы нажимаете его, очень легко снимается. Выглядит ножи вот таким образом и перебежать вот так. Почистили сеточку, поставили обратно. Если вы хотите приобрести шейвер, переходите по ссылке, указанной под видео, zepsus.com. Если что-то непонятно, будет задавайте вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Спасибо за внимание, всем удачи!